так оно и есть. Друзья, в общем, что тут сказать? Завтрак, конечно, прекрасен. Чай есть, сырочек есть, йогурт какой-то есть, хлебушек есть, но при всей его прекрасности он очень-очень скудный. И при всей его скудности в других хостелях, на которых нет никаких звезд, которые являются просто этими, как это называется, для битпакеров разных, очень-очень низким ценам хостелях, завтрак бывает намного лучше. А в этом, в таком, на берегу Средиземного моря, со всеми а-ля там наворотами, с очень красивыми расписаниями, ну, описаниями точнее, и стоимость которого 58 евро, 60 евро почти, завтрак очень даже плохой. Вот такие вещи происходят, так что будем знать, будем знать. Даже дополнить нечего. Остается только спрашивать у этих работников, батчев, где еда, да, где можно поесть, в конце концов, что за беспредел такой. Вот. Не всегда лучше там, где дороже. Такие дела. Скажу, что отель за 58 евро был взят от того, что других не было. И так получилось, что ничем он оказался не лучше, кроме шапочки для душа, как я уже говорил, которая есть. И кроме этого пресса для брюк, больше ничего необычного в нем нет. Все остальное, все разваливается. Розеток нету. Одна только розетка из телевизора не работает. И остальные вещи примерно в таком же роде. Я этот номер вам еще покажу или показывал уже даже. Смотрите Анзор ТВ. Сейчас находимся за завтраком этого в этом отеле.